Йога в окружении природы и кошачьих лемуров. Необычные занятия проходят в заповеднике Лейк-Дистрикт на северо-западе Великобритании. Пока девушки выполняют асаны, миловидные животные непринужденно бегают вокруг. Доказано, что проводить время с животными очень полезно. Это успокаивает, избавляет от суетливости. Это помогает войти в хорошее состояние. Кошачьи лемуры живут в заповеднике уже 20 лет, но йогу в их обществе стали проводить недавно. Идею подсказали посетительницы спа-салона, которые сами занимаются индийской практикой. Они увидели, как лемур сидел в позе лотоса. Он грелся на солнце и наслаждался. Это было похоже на одну из поз, которые они принимают. Занятия йогой с лемурами здесь называют лемогой. Чтобы попасть на сеанс, надо записываться заранее. Одновременно могут заниматься не больше 4 человек. И хотя желающих много, к лемурам пускают не всех. Вы должны быть спокойны и расслаблены. Нельзя пугаться, если на вас заберется животное. По мнению смотрителей заповедника, чтобы почувствовать единство с дикой природой, нужно быть очень осторожным и продуманно общаться с любым животным. Занятия в заповеднике платные. Часть вырученных средств Лейк-Дистрикт перечисляет благотворительной организации, которая занимается защитой лемуров на Мадагаскаре.